Министр финансов России Антон Силуанов неожиданно раскрыл суммы, когда и насколько будут повышены пенсии уже через 2 месяца. Он озвучил новости для пенсионеров на парламентских слушаниях. А с вами на связи я, Станислав Мурлев, юрист по банкротству физических лиц. Подписывайтесь на мой канал и обязательно поставьте лайк этому видео. Для меня это будет лучшей благодарностью за мой труд. По словам Силуанова, в 2024 году средний размер пенсии составит 23 244 рубля. Пенсии будут проиндексированы впервые в истории выше уровня инфляции на 7,5%. Вроде все понятно, все логично. Он также отметил, что общий объем расходов на индексацию пенсии в 2024 около 600 миллиардов рублей. Ранее Силуанов отмечал, что бюджет России сформирован здоровый и нормальный. Речи о секвестре нет. То, что вы называете секвестром, это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты, пояснил министр. Глава Минфина также отметил, что министерство проводит бюджетную политику, исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. Поэтому в 2024 году социалку резать никто не будет. И на повышение пенсии денег в бюджете точно хватит. Вот так в двух словах. Спасибо. А как считаете вы, достаточно ли индексации пенсии и поможет ли она поправить пенсионерам их финансовое положение? Пишите ваше мнение в комментариях.